Псалом 50. Начальнику хора. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов».